Всем привет! Давайте приготовим маринованную редьку. Готовится, как всегда, легко и просто. Для этого нам понадобится дайкон, куркума, соль, сахар, 6% уксус и вода. Дайкон нарезаю на небольшие кубики. Такой маринованный дайкон получается очень вкусно, готовится очень быстро. Главное, чтобы было желание, ну и, конечно же, редька. Так, нарезаю всю редьку и буду складывать все в стеклянные банки. Я уже подготовила, помыла банки. Сейчас буду все туда укладывать. Вот так вот подготавливаем редьку. Засыпаю в банку редьку и буду готовить рассол. Плотненько укладываю все. Полный рецепт маринованной редьки, как всегда, оставлю в описании. Пробуйте, готовьте, это очень вкусно. Вот так вот я наполнила баночки. Теперь займемся рассолом. Наливаю в кастрюлю воду. Добавляю соль, сахар, 6% уксус. Ставлю на огонь, немного помешиваю. Как только растворится сахар, выключаю газ. Я еще добавлю куркуму для цвета. Если не любите, можно не добавлять. Все это хорошенько перемешиваю. Как только все растворилось, убираю с плиты и наполняю банки доверху нашим рассолом. Оставляю на сутки при комнатной температуре, после убираю в холодное место и еще на сутки оставляю там. Такая маринованная редька особенно подходит к мясу. Обязательно пробуйте, готовьте. И если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не потерять вкусные рецепты. Вот такая вот красота у меня получилась, очень вкусная получается, обязательно пробуйте. Ну а с вами готовила Татьяна Тен, готовим вместе, всем приятного аппетита!